Инициатором проведения данного опроса выступили старшеклассники, отдыхавшие летом в лагере «Рубин». Именно они заявили, что было бы интересно опросить родителей и педагогов по наиболее важным и спорным вопросам, касающимся образовательного процесса. Самыми обсуждаемыми оказались три момента: график организации учебного процесса, предпочтительная форма одежды и введение в Рязанской области единого дня выпускника. Именно на эти вопросы 14 декабря ответили 68,5 тысяч родителей и более 9 тысяч педагогов. 26 декабря в Министерстве образования были подведены итоги опроса. По какому графику для вас предпочтительнее организация учебного процесса? Именно так звучал первый вопрос, и большинство отдали свои голоса за пятидневку. Полномочиями по определению режима организации образовательного процесса обладает образовательная организация. И, учитывая результаты опроса в каждой конкретной образовательной организации, общественный совет организации или орган общественного управления совместно с администрацией будет принимать решение о режиме работы школы. Также большая часть педагогов и родителей поддержали введение в Рязанской области единого дня выпускника. Третий вопрос коснулся предпочтительной формы одежды. Даны были два варианта ответа – единая школьная форма или деловой стиль. Большинство оказалось за первый вариант, хотя перевес был незначительный. В связи с этим у журналистов возник вопрос – единой форма должна быть для образовательного учреждения, муниципального образования или же страны? Когда мы рассматривали ответы на этот вопрос и беседовали, особенно с родителями, то некоторые высказывались прежде всего о единой школьной форме в целом Российской Федерации. Значит, то есть, что, как в старые времена, когда была единая школьная форма, но таких, я замечу, было немного. Но вот такое даже масштабное мнение было. Значит, единая школьная форма, конечно же, предполагает прежде всего единую форму в конкретной образовательной организации. Хотя это не исключает введение единой школьной формы в муниципалитете или в регионе. По мнению министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, единая форма создает атмосферу семейственности в конкретной школе, регионе или же в стране. Но в нашей области на сегодняшний день единая школьная форма введена лишь в 25% школ. По результатам данного опроса будет проведен анализ, разработаны методические рекомендации и принято решение по каждому из вопросов в конкретных образовательных учреждениях. Но сделано это будет уже в новом году, а до конца 2017-го никаких изменений не предвидится. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».